Sony Alpha 7R – это самая многомегапиксельная современная камера Sony. На матрице размером 24 на 36 мм находится более 36 миллионов светочувствительных датчиков – 36 мегапикселей. Матрица не имеет низкочастотного оптического фильтра, который используется для борьбы с муаром. За счет такого решения камера обеспечивает максимальную детализацию, на которую только способна оптика. При увеличении снимка различимы даже самые мелкие объекты в кадре. Как ни странно, но и на высоких ISO этот фотоаппарат способен снимать с высоким качеством. За счет несколько избыточной детализации у процессора камеры есть достаточный ресурс для эффективного шумоподавления. Поэтому даже при съемке с рук после захода солнца можно получать качественные снимки. По скоростным характеристикам Sony Alpha 7R отличается от своей сестры Alpha 7. Скорость серийной съемки составляет 4 кадра в секунду. Но для столь высокого разрешения даже эта цифра считается солидной. Управление же точь-в-точь такое, как у остальных представителей седьмой серии. Несмотря на сравнительно малые размеры корпуса, на нем нашлось место для кнопок и селекторов, отвечающих за все основные настройки. Многие кнопки можно перепрограммировать. Строить кадр предстоит либо при помощи наклонного дисплея с диагональю 3 дюйма и разрешением 921 тысяча точек, либо с помощью электронного OLED-видоискателя. Его разрешение еще больше — 2 миллиона 400 тысяч точек. Изображение в нем ничем не уступает изображению в оптическом видоискателе. Кстати, одним из плюсов электронного видоискателя перед оптическим является возможность вывода в него всей необходимой съемочной информации, например, показаний электронного уровня или гистограммы. Как и все современные фотоаппараты, Sony Alpha 7R умеет записывать видео. Съемка возможна в разрешении Full HD с частотой до 50 кадров в секунду. Во время съемки можно использовать наушники и внешние микрофоны. Разъемы для этого в камере есть. Wi-Fi интерфейс, реализованный в Sony Alpha 7R, позволяет дистанционно управлять фотоаппаратом при помощи смартфона или планшета, видя живую картинку на экране и дистанционно меняя настройки камеры. Также легко можно передавать снимки из камеры в смартфон. В камеру можно устанавливать дополнительные приложения. Дистанционное управление как раз и является таким приложением. Приложение существенно расширяет функциональность камеры, позволяя, например, записывать интервальные видео, делать многокадровые снимки звездного неба или снимать пейзажи на сверхдлинных выдержках.